Так, мы идем на ужин в ресторане. Отель Рикса Сангейт. Сегодня 3 ноября. Отель находится... Ой, отель. Ресторан находится на 3 этаже. Есть на 2. Когда много людей, открывается на 2. Мы пойдем на 3. Ресторан только открылся, отель полный. Заезжаем. Начнем с десерта. Так это для детей. Тут всякие йогурты, молоко, клубничное, шоколадное, банановое, баночное питание. Маш, мы пока не берем десерты. Покушаем, потом возьмем. Слышишь меня? Не бери пока ничего. Такой тортик красивый. Маш, смотри, какой тортик красивый, видишь? А вот что-то такое интересное. Птышка. Тут мороженое. С этой стороны турецкие сладости. Еды очень много, прям очень много. Так, пойдемте дальше. Маша, не бери ничего, я ж попросила тебя. Так, здесь фрукты. Здесь нарезанные фрукты. Ананас режут. Раз, 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 раз. Ой. Маш, ты идешь? Только открылся, людей уже полно. Попробую снять, конечно. Так, что у нас здесь? У нас здесь всякие хлебушки пекут. Я всегда здесь беру еду. Hello. Тут готовят китайскую еду. Она такая остренькая, вкусненькая. Ням-ням. Так, здесь очередь. Тут что-то жарят. Какое мясо. Рыба. Так, что здесь? У нас здесь курочка. Так, в общем, я туда идти не буду, здесь вот такой ряд. Это салат из креветок, из кальмаров. Маша, вот папа, пойдем покажу. Маша, вот здесь давай. Так, здесь сыры. В общем, еще очень много всяких стоек, я уже их не буду снимать, в общем, еды очень много. Зал огромный. Вот сыр еще стоит.